Делаем шедобисы. Делаем шедобисы, дорогие наши. Сегодня Святое Христово Воскресенье. Христос воскрес. Да. Грузински это очень трудно. Попробуй, попробуй, ты скажи. Нет, не надо. Лучше ты. Кристи Агстыга. Ну, я могу... Да, простите нас за наше произношение. Может быть, это не очень точно. Да, меня сегодня... Вчера соседушка учила, но она... Я говорю, за ней повторяю, она мне потом на третий раз... Да, говорит, это очень трудно. Так что простите. Да, ну, сейчас еще утро. Здесь в Батуми вообще поздно просыпается, пока еще не очень много народу. Вот. Что ж... Но ночью было шумно, да? Ночь была шумная очень, да. То есть возвращались с храмов, церкви. Да, ночная служба. Сегодня получили поздравления от хозяюшки, от хозяина квартиры. Юлацавт, поздравляем. Да, мы прочитали даже на грузинском. Хорошо. Это, кстати, храм, один из самых старинных храмов, один из первых храмов христианских в Батуми. Итак, у нас... Наш традиционный завтрак сегодня. Пасхальный. У нас есть кулич, у нас есть вареное яичко. Хотим отметить, что очень удобно на прошлой, на этой неделе были скидки на такие продукты, которые для... Связаны с Пасхой, да? Да, да, то есть скидки на... Очень хорошие скидки на изюм, на яйца. Это вот на кулич мы тоже взяли. Да, на кулич скидки, да. Вот, ну это мелочь, но приятно. Ну очень да, приятно. Все для людей. Да, слава Богу. Это прям классно. Ну что ж, с праздником вас. Да, со светлым праздником всех.